Вот так-то лучше. Как считаете? Друзья, всем привет! Вы на канале Дим Сан. Сейчас мы на даче. Жара плюс 35, и мы с Агнюшей играем в теннис. Да, вы видите, у меня кепку ЛДПР, но это не значит, что я за Жириновского, просто мне бесплатно дали, она оказалась белая, отлично защищает от жары. Давай. Вау! Вау! Давай-давай! Прикольно, я 4 раза получил. Да! Такого еще не получалось у нас, потому что мы на камеру снимаем. Нормально. Давай-давай! Опа! Оп! Высоко, да, немножко? Да, не достала я. Давай-давай. 4, опять. Что делаешь, Агнюш? Лук чистишь? Ты меня видишь. Тут у нас цветы. Я забыл, как называются. Катя знает. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и мы с семьей решили поехать в зоопарк Лим-Попо. Погнали с нами. Поехали. Приехали в парк, пока еще не зашли. Пойдем посмотрим, как там поживает наш аквапарк. Пруд с лебедями, утками, чайками. Вон там какой-то для них даже домик на таком островке. Купил сосиску в лаваше. Только поехали, уже решили покушать. А тут играют порнофильмы. Надо же. Вот приехали в зоопарк Лим-Попо. Вот кассы. Сейчас купим билетики. Билеты стоят, по-моему, по 700 рублей с человека. А, нет. Взрослый билет 600, детский 350. Билетики вернули с дырочками. А, все-таки вернули, да? Да. Припоминаю все эти машины. Припоминаю. Все эти старые москвичи. Розовые, это самое, запорожец розовый. Да, Гюш? Москвич 407. Как у... А, у Вай была, у них была это, да, у них была Пежо, просто такая же маленькая, наверное, да? А это копейка. ВАЗ-2101. И сразу же мороженое, сахарные, вата, шарики. Все, чтобы развести детей на бабки. Давай. Ну что, купила, да? Будем кормить? Это ламы. Нет, это не ламы. Нет.
Это олени. Это оленята, Анюш, оленята. Уже готовы. Вот мне вот это. Да, есть. Смотри, как она входит. Слушай, ну эти в самом начале, они, наверное, самые сытые. Но все равно просят, да? Их тут все хомят, потому что они в самом начале. И выпрашивают, выпрашивают. Так, это у нас кто? Мандаринка. Эта птица называется мандаринка. Из Великобритании. Мандаринка называется. Это не мандаринка. Да? Точно. Я ошибся. На картинке-то одна, по факту другая. Мандаринка — это вот такая самая красивая утка. Угу. Вот она, такая цветная. Как попугай. А это знаешь, как называется? Колпица. Колпица. Какие мощные. Это зубы. Ты не боишься его кормить? Смотри, какие классные. Это зубы. Покормись, они с удовольствием покушают. Ну попробуй. Попробуй, дай ему кусочек. Нет, я его ловлю. Посмотри. Сейчас мама попробует. Ну вот у меня возьмите кто-нибудь. Мама как технично достала. Да. С помощью штатива. Так, попытка number two. Во. Так, это у нас вот точит капусту, называется нутра. Вот одна, вторая. А там вот какие-то их детеныши, что ли? У них тут мостик, водопад, домик. Все шикарно. А здесь вот бенгальский тигр, такой белый. За решеткой, к сожалению, не очень видно. Может быть, здесь будет лучше видно. Вот он. Вот он, белый тигр такой, бенгальский. Вот смотри, один плывет. Там маленький. Там маленький, там детеныш. Смотри, плывет, смотри, как плывет, как торпеда. Нет, смотри, плывет как торпеда, мне очень нравится. Опа, и играть. Нет, передумал, поплыл. А там детеныши, да, малыши. Вот они. Они похожи, на морских свинок похожи, да? Смотри-ка. Леопард. Дальневосточный. Как лежит такой на скамеечке. Вот еще один. Красавец. Лео. Патагонская мара. Патагонская, непонятно. Полузайцы, полусуслики какие-то, да? Полуолени. Вообще. Просто у них хвостиков нет, как у зайцев. И на сусликов маленько похоже. А лапки задние, как у зайцев, да? Да, а носики как у короче, как у оленей. И лежат одинаково неподвижно, да, как-то? А это Хайленд, шотландская корова. У них даже глаза закрыты, они избегают визуального контакта. А это у нас беркут, большая хищная птица. Это як. Як. Идем дальше, ищем лам. Анюш очень их хочет найти. Анюш, это ворон, он как, если ворон это ведьма, то это колдун, да? Во, черный ворон. Такой прям черный-черный, весь полностью, клюв и все. Еще один воронок. Ну, приветик, черный ворон. Ну, это обычные утки. О, маленькие утятки, да?
маленькие утятки. Птица осоед, она что, ест ост? Хорошенький какой. Какой хорошенький. И там он лежит, горбатенький. Агнюша все бежит вперед, ищет своих любимых лам. Их куда-то переместили. А это винторогий козел. Рога, значит, как винты. Ну-ка, козлик, ты куда уходишь? Да, как винты у него рога. А вот нашли карту зоопарка. И на ней нашли огнюшных любимых лам. Вот они. 42 сорта и лама, и альпака. Овцебык. И розовый фламинго, Агнюш. Такой вкус лимонадик, да, Агнюш, купили? А папа нам нарезает лимонад. Как будто из советского автомата такого. Вкусненький, да, такой? Освежающий. Освежает. Агнюш, зачем нам этот стаканчик? Чтобы кормить животных. Кого будем кормить? Ламу. Самый главный ламу, да? Да, и альпаки. Альпака – это такой вид ламы, да? Точно. Так, где Мими? Мими. А, вот она. Скорячилась. Как я тоже снимает. Вау, какой. Какой он забавный. Какой забавный. Он сидит, как будто ему все пофигу. Да. Понимаешь, что все пофигу? Он спит и все, да? Майн, спит и все. Агнюш, ламы! Ламы! Да, вот они! Ида! Так. Вот ради этого Агнюша прям встала и сказала: мама, я хочу в зоопарк, я хочу покормить лам моих любимых. Так, а ты дай ей этот, морковки-то? Она морковку хочет. У меня одна останется. У меня еще есть. У нас еще есть. Вот она как хорошо, это любит. Вот еще одна ламочка. Осторожно, лама плюется, написано. Да, но она просто так не плюется. Если ее рассердить, то она начнет плюваться. Думаешь? Да, конечно, они просто так не будут плюваться. Это же не такие милашки. А у меня нет ничего. А, постой, у меня же есть. Ну, можно я ей еще дам? Ну, можно я один разочек хотя бы. Да. А, мама. Папа тоже хочет. И стаканчики от мороженого. А так вот, Агнюш, еще целый. Молодец. Вот, молодец. А он еще идет. И меня тоже типа покормите. Еще одна проснулась. Да, смотри туда. Ты этого хотел покормить? Ну вот. Что? Да, так что же самое? Ничего себе. Какая постриженная. Вот еще
А вот еще альпаки. И вон там, смотри, самый пушистый вон там. Вот он еще один. Классный мостик. Тут дельфинчики так плюются изо рта, создавая фонтанчик. А вот и пеликаны. Слушай, мужик не боится руку совать, смотри-ка. Ничего себе, он какой безбашенный. Там еще утки, маленькие утята и еще какие-то птицы. Это что за птицы? Кто знает? Отдыхают, я не знаю. Канадские гуси. Офигеть. Хочешь? Огнилус, хочешь такого домой, питомца? Я, да. А еще ламу, да? Или ламенка? Да, миллион лам. Ламенка? Да, и еще альпак. Альпак. Прям миллион? Миллион. Они тебя не поместят в комнату. Поместят. Даже. Какие рога, да? Ничего себе. Посмотрите! Ну-ка, что его? Это огромные красивые птицы, пеликаны. И для них специальный водопадик. И мы подошли к ним поближе. Он идет к нам. Ничего. Он нас пригоняет. Пригоняет. Там укушу, да? Укушу. Ой, фига себе ты какой. Павлович, мы тебя не тронем. А, может быть, он хочет. А, покушать хочет? Нет. Так давай мы тебе лучше дадим. Ну, осторожно. Осторожно, чтобы не укусил. Что-то он никак своим большим клювом не может ухватить. Неудобно ему. Смотри, какой, как он жует. Смотри, какие у него лапы, какие перепонки на лапах. Да ты разве что шею ты сгибаешь? А это кенгуру. Лежит и чешется. Какая у него лапка? Приятная, Катя? Приятная. Привет, малыш. Малыш, привет. Как дела? А можно я лапку тоже потрогаю? Можно я тоже, мама, трогаю. Такая прикольная лапка. А можно я тоже потрогаю лапку? Давай, я тебя подниму, а Катя сниму. Потрогай лапочку. Только аккуратно. Он прям добьется. Он сам дает даже. Да, он прям такой послушный. Такой добрый. Да, угу. Ты нам позируешь, что ли, тоже? Да, позируешь. Посмотри, как он там лает. А это у нас кто, ребята? Он помечает еду, видишь? Это кто у нас? Это игрунки, наверное, какие-то. Обыкновенные. Точно, обыкновенные игрунки. У нее есть игрушки. Сколько разных бабочек здесь представлено. И жуков. И жуков. Какая голубая даже. Какая тебе больше всего понравилась? Посмотрите еще на жуков, очень огромные. Ой, какая жуков. Вот там. Вот я еще давай покажем ребятам. Смотрите, ребят, какие жуки гигантские. Это, по-моему, жук-носорог, если я не ошибаюсь. А дальше твои любимцы. А? Твои любимцы. Кто это? Кто это? Кто это? Давайте глянем. Это тапир. Это тапир. Типа морских свинок, да? Да, вот какой-то. С
сурикаты. Это семейство сурикат. Да. Вот как мы с вами позируем. Красавчик. Так, ребята, кто это? Кто это? Кто это, Кать? Сейчас я скажу, кто это. 30. А что, тут написано, кто? Это шлем. Шлемоносый. Казуар. Ну, повернись там, красавчик. Какой красивый, какой милый. Да, у него, видишь, как будто шлем какой-то на нем. Очень разноцветный. Видишь, как будто шлем на голове. Привет. Да, кстати. Да, иди, мы тебя поснимаем. Встань, ты красавец же. Встань, мой красивый. Да ему надоели уже все. И смотри, какой индюка у него на шее такая штука. Да, какая-то. Была крыльца. Птица сбежала из клетки. Ну не из клетки, из вольера. Ну это, кстати, курочка этого самого, вот того, беленького. Как она называется? А, павлин? Называет? Павлин, что ли? Это павлин. Это самка, да? Да, а вот там самец. Вот он, беленький. Да. Вот такой же, только в другом месте распушал свои перья. Так идешь, а тут такие штучки, куропатки вот, тебе навстречу. Мама, вот, смотри. И там, вон тоже беленький, вон еще заросли. А как они сбежали? Это кто, расскажите нам. Это же серый журавль, классный, красивый, с таким хохолком. Они очень редкие. А где они обитают? Я понятия не имею, в зоопарке. Венценосный, смотри, венценосный журавль. В Африке. Сколько их тут много, глянь-ка. Слушай, на одной ножке спит, да? Половина спят. Половина не спят. Есть такие прям белые, а есть прям розовые-розовые. Это кто, фламинго такие звуки издают? Да, это звуки фламинго, ребята. Прикольно. Мама, посмотри назад! У нас на озере тут диковина. Мамочка с утятами. Бабушка! Мамочка с утятами. Не пугай. Я просто сфоткала. Идем смотреть белого медведя. Так, вот и белый медведь. Только далековато, конечно. Мы сейчас в бассейн. Это гималайский, что ли? Наверное, слушай, я не почитал. Ну, какой-то, да, необычный, не наш русский медведь. А еще брать. Красавчик. Мощный такой. Пошел. Да ну вас, типа. И он что, к себе в берлогу пошел, нет? Да, он к себе зашел. Красавчик, это у нас... Да, Кать угадала, гималайский. Кать, ты угадала, гималайский. Я не угадала, я просто... Ты знаешь? Ага, вот с такой штукой. Угу. Это у нас а попугай. А он что делает? Большой белопохлый попугай вот там. Как он с ними живет, доедает их объект. Вон они какие гласы. Меня, кстати, вот в магазине, в зоомагазине такой чуть не укусил. Да. Это, наверное, очень больно. Да. А это у нас королевский фазан. Катя с ним разговаривает, да, Катя? Ягню, что ли? Ух ты, как он! Угоняет, да? Лимонный фазан. Это мама, а это ее, видимо, птенчик. Птенчик, да? И еще один птенчик. Май, вытянулся. Сколько он? 5 метров. Пошел. Куда пошел? Ну-ка, старалась. Мисечка надо, мисечка. Еще один стоит.
Ну иди к нам, куда ты убежал? Во, красавчик. Страус. Я что-то себя больше вижу, чем его. Из-за стекла. Стекло надо почистить. Ой, я вверх ногами повис. Кошачий лемур называется. Какие классные. У тебя зубки, смотри, какие. Максим. Они, смотри, как пальчиками зацепился и висит. Смотри на него. Ой, на двух пальчиках уже висит. Какие еще пальчики, это классные. А это их дети. А это мамочка. Классный, классный. Такие насастенькие. Ой, он прям вообще, он вылез сюда хочет. А тут семейка, смотри, семейка. Тут семейка, мама и два ребенка. Нет, это был редчайший случай, что к нам на контакт вылез. Это не сиськи? Да, это не сиськи. Какие они желтенькие. Не желтенькие, а беленькие и черненькие, такие коричневенькие. Видишь, как они? А, это там кожа. Это курица Феникс называется. А это петух, что ли? Петух вышел. Да. Так. Они такие? А здесь курица карликовая. Какая-то Ко-хин-хин. Она спряталась. А это китайская шелковая. Китайская шелковая курица. Какая большая, Агнюш. Какая большая. Ух ты, какая жирная индейка. Вот это поменьше, а это прям вообще гигантская какая-то. Вот Мишка. Вот такой огромный. Угу. Так, друзья, ну все, мы обошли весь зоопарк, подошли уже к выходу. Так, нам что? Очень понравилось, да. Классно. Ставьте лайки. Всем рекомендуем здесь побывать, кто будет в Нижнем Новгороде, кто здесь живет. Зоопарк Лим-Попо. Проверено, Агнеша Цири. Друзья, здравствуйте. Мы на канале инженер Дим Сан. Вот. И мы сейчас на даче, а завтра уже мы уезжаем в отпуск. А папа не хочет идти за мячиком. У нас завтра поезд, мы едем в город Лазаревское. Ага. Следите за развитием событий.